waiting for another hero, another mindless cry behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Show them the floor. Сегодня последний день в Бобруйске. Те города у вас впереди. И самый главный вопрос по этим городам. Из каких соображений вы прорабатываете маршрут следования? Это приглашение, это ваша инициатива? Ну, или вы рассматриваете карту Беларуси, и вот сегодня Бобруйск, завтра Речица? Я понял, да, спасибо. Ну, во-первых, хотел бы поправить не последний день, заключительно, это такая примета у артистов, да, последний, это последний, к сожалению, нам в вашем городе очень понравилось, поэтому мы хотим сюда еще раз вернуться, поэтому скажем, сегодня, к сожалению, заключительное представление, честно говоря, очень жаль, нам понравился ваш город, понравились ваши люди, просто мы в шоке, очень хорошо нас принимают, и, честно говоря, хотелось бы еще остаться, но надеемся, что, может, в следующем году нам повезет, и мы опять к вам с удовольствием приедем. Дальше мы едем, у нас Светлогорск, Жлобин, это то, что 100% известно. Дальше пока есть предварительная договоренность, но пока 100% я не могу сказать. Маршрут, все зависит, здесь сложная система. Прорабатывает маршрут Гомельский цирк с властями городов. То есть согласовывают даты, мы прислушиваемся к мэрам городов, которые как бы с Гомельским цирком согласовывают, когда могут нас принять. Некоторые города приглашают наоборот на определенные даты, чтобы наш цирк там приурочить к какому-то празднику или событию, поэтому здесь как бы четко такого нет. Вот, это все в компетенции, в принципе, начальства Гомельского цирка. Куда мы едем дальше. А вот Светлогорск и Жлобин впервые или... Нет. Мы в Беларуси уже порядка... Вот совместно продюсерский центр «Цирк Украины» с Гомельским цирком, мы уже работаем, сотрудничаем на протяжении 5 лет. Поэтому мы в Беларуси уже, наверное, очень часто были в разных городах, в том числе и в Бобруйске уже были, и в Светлогорске, и в Жлобине. Просто мы, естественно, каждый раз меняем программу, меняется шоу, стараемся развиваться, чтобы с каждым разом у нас было лучше, лучше и лучше. Скажите, пожалуйста, сейчас, ну, понимаете, трудные времена, и даже маститые артисты не всегда собирают залы, а вам удается это в полной мере, и все представления Бобруйске были аншлаговыми. Секрет какой-то есть в этом? Ну, секрет, наверное, один, потому что все наши артисты, можем сказать так, не просто как роботы выполняют свою работу, а действительно все это происходит с душой, от чистого сердца, и наши артисты на каждом представлении выкладываются. Если вы зайдете как-то за кулису, увидите, что после номера у артистов просто течет рекой пот, потому что вся сила, вся энергия остается здесь, на манеже. Естественно, зритель это чувствует и отдает нам, тем же платит. А что для артиста самое главное? Это аплодисменты, естественно, полный зал. То есть это получается такая бы энергетическая связь. И вот она у нас очень, видать, хорошо получается. На данный момент в программе задействованы
12 человек артистов, ну, это как бы вы видите людей, которые задействованы именно здесь, на манеже, но просто обычный зритель не замечает, что, чтобы эти 12 человек отработали на манеже, существует еще очень много людей, обслуживающихся персонала. Это и звукорежиссер, и светорежиссер, и ребята-униформисты, и администраторы, и разнорабочие. То есть это как бы такой мини-завод, мини-цех. То есть каждая служба исполняет свои обязанности, и в сумме оно дает, ну, такое, такая машина, которая постоянно едет, едет и едет. Вот. А так цирк, ну, можно будет снять. Порядка у нас где-то 15-16 тонн воды. Более 50 фонтанов, водопадов, это не считая там световых примочек, лазеры, там профессиональный свет. То есть профессиональное шоу, мы стараемся идти в ногу со временем, то есть используются именно последние новинки, последние разработки, техники, и мы стараемся все это использовать в нашем шоу. Жизнь на колесах, она сложная. Каким последствием вы связываете с домом и как часто? Ну, дома бываем, к сожалению, очень редко, 2-3 месяца в году это максимум. А так все время колесим по разным городам. Возможно, для людей, кто с этим не связан, это и сложно, но поверьте, наш образ жизни такой, что мы по-другому его просто не представляем. Если я месяц посижу дома, и так любой артист, то просто уже лезешь на потолок и хочется куда-то собрать вещи и ехать на гастроли. То есть это такой образ жизни, да, который он уже просто, ну, как наркотик какой-то. И по-другому не получается. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в цирке Шапито Круиз. И я надеюсь, что мы с вами великолепно проведем этот небольшой отрезок времени. И вы получите массу удовольствия от нас, ну а мы, в свою очередь, получим массу удовольствий от вас, от ваших улыбок и, конечно же, ваших аплодисментов. We'll be right back.
go? Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Canada? Oh!
артисты киевского цирка Шапито Круиз. Благодарим вас за по-настоящему искренний и теплый прием.